Значит, колем сейчас блокаду. В состав блокады входит платифилин, лидокаин. Ну, наш всеми любимый гидрокортизон. Венгерский добавил. Венгерский гидрокортизон. Хороший. Рихтер фирма. Значит, для чего мы колем? Чтобы убрать воспалительный процесс, убрать болевой процесс в организме человека. Колется блокада уже по завершению массажа и мануальной терапии. Давай. На данный момент. Массаж пройден, мануальная терапия пройдена. Да, еще сделали магнит 5 минут на троечке, чтобы кровообращение увеличить. Что, что, почему? Какую область колется? Колется грудной отдел паравертебрально. Позвоночника паравертебрально. Колется в область воспаленной мышцы, а именно широчайшая мышца. Колоть будем на уровне между 4, 5, 5, 6, 6 и 7 грудными позвонками. В данный момент... Звучит сложно. Да, в данный момент... Санта плохая, все, и поясница, все. Мы не колем между остистыми жилочками. Этот уже готовый, да? Разбавлены лидокаином. Да. Массаж. Суспенция такая беленькая. Так, что тебе, двойку убрать, да? Зачем? Мне здесь не надо. А, ты это будешь? Да. Сейчас мы его хорошо размешаем. И вводим уже этой иглой, мы вводим, просто вводим на небольшую глубину. Полностью на... Сантиметра два? Да. Полностью на глубину иглы не вводим. Вата. Наш бинтбольной. Основную мышцу мы видим даже визуально. Вот здесь она. У него самая большая. Здесь самая большая боль. Вот идет визуально воспаление. Протираем от места укола. Страшно? Мне тоже. Первый пошел раз. Кубика полтора. Ну, да. Видишь, как кровоток разогнал магнит? Так, вату даешь. Вторая вата. Вот поэтому помощники должны быть рядом всегда. Видишь, они рядом. Вот раз. Даже оператор. Даже оператор есть. Ты нормально себя чувствуешь? На шатырь готовить? А? Да. Нормально? Хорошо. Хорошо. Не больно? Да, уже не чувствую. Ну, там лидокаин обезболивает сейчас. Там лидокаина много. Сейчас будешь лежать еще минут 10. Буду. Здесь есть боль? Небольшая. Ну, небольшая, да. Есть. Внизу боли не было. Ты прям в триггер, да? Да. Да, вот это попал прям. Прям в триггер. Туда, куда прям надо. В яблоко. Все. На меня. Вот так, ребята, убираются триггера, вот, по-настоящему, с блокадами, с иголами, с массажами, с магнитами, и только так назначается правильное лечение. Потому что у пациента отказывает рука, уже теряется сила, немного уже, вот, сними вот эту руку и вот эту. То есть правая рука должна быть больше, а она меньше, уже в объеме потеряла. Вот. Вот это правильное лечение. Теперь мы сейчас заклеим пластырем. Человек от лидокаина отлежится минут 10 и будем смотреть, что завтра. По идее, завтра должна боль должна уйти. Лидокаин заработал сейчас, а гидрокортизон через часа 3, да? Да. Михайлович. Дело в том, что через боль часа 3 может вступить. Начать уходить уже даже сейчас. Но от лидокаина. В течение получаса она начнет сейчас действовать, уходить.
Особо заклеивать даже не надо будет, оно сейчас все остановится. Да, у меня есть пластырь хороший, я заклею сейчас. Все, это все. Вот это здесь есть, чтобы подклеить. Да, 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 благодарю. Для воспалительного. Вот так. Врач-невролог Михалыч сделал блокадку.